Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, и сегодня у нас разговор о музыке с Александром Шлеменко. Как он относится к Моргенштерну, вы знаете. А вот в начале мая в громком интервью Ярославу Степанову он жестко высказался о красной плесени и культовой группе «Сектор Газа». Еще любимая фраза. «Вот мы выросли, Сектор Газа, там такие умники, еще что-то пел, и никто не стал. Ребята, вы что-то забыли? Сектор Газа, красная плесень, еще какая-то помойка». Она была запрещена в нашей стране. Я поговорил со Шлеменко 7 мая, сразу после его боя с Марсио Сантосом. И заодно решил спросить, чем же ему не угодил сектор. Выяснилось, что как раз к группе Юрия Клинских Александр относится очень даже неплохо. Вот в вашем том самом интервью, мне вот в частности, что бросилось в глаза, ну и не только мне, я это замечал, понятное дело, в комментариях, вы назвали помойкой группу «Сектор Газа». Да я погорячился, да, это, извиняюсь, погорячился. Во-первых, сам тоже рос, но смотри, я не имел в виду помойку, я имел в виду помойку на красную плесень, просто «Сектор Газа» тоже попало. Я слушал, там на «Ява» у меня была, я ездил, но... Ну это да, вообще даже... Подожди, ну это классика, конечно. Я не спорю, это классика «Сектор», я их слушал, но... Ну, слишком каким-то хорошим их тоже назвать нельзя, эти тексты. Поэтому, да, я погорячился, спору нет, ну, просто так бывает. Ну, знаешь, под одну гребенку их туда заплел. Просто что их приплетали. Но я-то имел в виду про красную плесень. Вот это вот помойка. Потому что я даже ее не слушал. Потому что, услышав одну песню, я понял, что это такое просто ересь какая-то. «Сектор Газа», да. Там были, особенно последние песни, там уже и «Без матов» были. «Пора домой», там, по-моему. Да, да, они были и «Без матов». Не спорю, да. Тут я погорячился. А «Яву» вы прям... То есть я на «Яве» ездил. Вы ездили на «Яве», и поэтому... Я даже наизусть знаю эту песню. Естественно. Мне на днях исполнилось. Да. Ну, слушай, у меня «Мафон» стоял в гараже. У меня была «Ява», когда мне было 15 лет. Я слушал эту песню. Ну, там же 16 лет как раз герою. Да? Да, да. Ну, я как раз 15-16 лет на «Яве» гонял. У меня она была в школе, когда я учился, еще заканчивал. Вот поэтому... Да, ну тут я спору нет, ребят. Ну, вы поймите правильно. Тут я чуть-чуть не прав, но все равно... Сейчас, повзрослев, поняв, что, ну а сколько пацанов вот так вот закончило плохо. Начинал уже тоже много с этих «Явы», там вот эти все песни про алкоголь, про наркотики он тоже там пил. Ну, тоже немного. Он сам-то, по-моему, умер-то тоже. Да рано. Нет, там такое рано было. Но умер рано. Ну. В 37 лет, если не ошибаюсь. Ну. Ну, ДТП было не по пьянке случайно. Ну, вот, честно, я не помню. Ну, вот видишь, надо разбираться, да. Я вот точно не вспомню. Все, Александр, спасибо большое. Да, с победой еще раз. Да.